когда я заканчивал 11 класс, я много играл в Лигу Легенд, играл на уровне около челленджера русского сервера и часто играл еженедельные турниры на Riot Points. Так я познакомился с капитаном команды, и тогда, когда мне нужно было выбирать университет, я рассматривал СПБ ГУТ, так как я знал, что у них сильный состав по Лиге Легенд, и с ними можно выйти в финал битвы университетов. Так как я единственный в своей команде настроен на выход на профессиональную сцену, я больше всех уделяю времени тренировкам соло-скилла, следовательно, я больше всех играю ежедневно. Поэтому, возможно, отчасти я меньше всех проседаю по механике. Также, так как я мидлейнер, моя задача наносить много урона, и мы играем через трех танков, поэтому эта задача еще больше возлегает на мои плечи.